Рекомендуемая цена для привозов на 15-20% ниже рыночной. Ее определяют специалисты Управления сельского хозяйства в результате мониторинга цен на городских рынках и в гипермаркетах. С рекомендуемыми ценами можно ознакомиться на специализированных стендах, расположенных на ярмарочных площадках. Так, по данным на 13 сентября, рекомендованная цена на картофель составляет 20 рублей, на капусту – 22 рубля, лук – 18, кабачки – 30 рублей. Ранее глава Кубани Вениамин Кондратьев говорил о развитии ярмарок выходного дня. По его словам, у жителей должна быть возможность покупать свежую, качественную, экологически чистую продукцию без консервантов и при этом более дешевую. Глава Анапы Сергей Сергеев считает, что местные привозы работают на достаточно высоком организационном уровне. Однако необходимо привлекать на них еще больше посетителей. Например, сделать лотереи с розыгрышем сельхозпродукции не разовыми акциями, а постоянными. Еще одна идея – приглашать на ярмарки выступать местные творческие коллективы. Напомним, что в течение недели ярмарки работают в каждом районе города. Также сельскохозяйственную продукцию всегда можно приобрести на центральном привозе на улице Парковая, который работает в сентябре со вторника по воскресенье. С октября график изменится. Ярмарка будет работать с четверга по воскресенье.